Всем привет! С вами Надежда, на моем канале страничка Надежды. Ой, лягушка, смотрите какая. Ого, жаба какая. Ничего себе. Альма, смотри, какая жаба. Ой, прыгает. Прыгает. Жаба, ты что здесь делаешь? Здесь жарко сейчас. Включила камеру, чтобы поделиться с вами своей неприятной новостью. Не знаю уж, как это получилось так, но у нас как-то пропала собака, убежала. То есть Альма, у нас две собаки, Альма и Милка, и вот Милка пропала. Я пока тут в огороде рвала, убирала старый горох. Очищаю вот здесь вот место, чтобы посадить свежий новый горох, потому что старый уже все, как бы его половину съели, а половину на семена оставила. Вот такое вот количество собрала на семена. Но эти семена уже будут в следующем году, то есть их надо высушить, расщепить на горошки. И будут у нас свои семена, как всегда. Посажу новый горох, тоже со своих семян. В общем, освобождала место. И тут Миша спрашивает: мама, а где Милка, говорит? Я говорю: ну где, наверное, в вашей комнате где-нибудь там сидит. В общем, искали Милку и не нашли ее. Альма дома, а Милка нет. У нас уже такое было. Раза, наверное, 2-3 у нас такое было. Не знаю почему, она как-то под калиткой пролазит и убегает периодически. Такая вот собака. Альма никогда такого не делает. И вот в этот раз она что-то убежала. Совсем убежала. Алёша с Мишей бегали, искали по всему Кендри, по всему нашему району. Ничего не нашли. Встретили мальчика, но не спрашивали. Ходили по улицам, спрашивали, не видели собаку. Мальчик сказал, что какой-то мужчина видел, что какой-то мужчина забрал собаку нашу. В общем, не знаю, что делать. Сейчас распечатала на принтере такие маленькие записочки, что потерялась собака. Число написала, где мы живем написала, ну, чтобы сюда как бы телефон мой. Но район у нас большой. Хотя здесь все друг друга знают, англичане, как бы они все здесь тусуются вместе. Ну, как бы знают все, здесь даже у кого тут бабушка живет, там дедушка живет, тут друг бабушки, там бойфренд дедушки. В общем, все друг друга знают. Есть вероятность, что как бы найдут, есть вероятность, что вернут. В общем, вот такая вот неприятная новость, не знаю, что делать. Может быть, мы попозже, я на принтере распечатаю фотографию Милки, напишу, да, что потерялась собака, все такое. И под ламинат пущу эту бумажечку и развесим где-то по Кендри, походим, развешаем где-то по Кендри на столбах. Так делают иногда. Такими вот хлыстиками пластмассовыми, не знаю, как они называются, приделывают к столбу. И дождь не мочит, и как бы есть вероятность, что, может быть, найдем. Очень жалко, как бы так. Еще знаете что? Как-то было, я нашла кошку бездомную, ее машина сбила. Отнесла ее к ветеринару. А ветеринар сказал, что если в течение там какого-то времени короткого не найдется хозяин, они ее усыпят. Я не знаю, может, просто потому что кошка была сбитая, и ей нужно лечение. И если хозяин не найдется, который будет лечить, и ветеринар не хочет, ну, как бы за свой счет лечить, может быть, поэтому, не знаю. Я знаю, что если у тебя убегает собака больше 3 раз, то ее могут или усыпить, или забрать у тебя. Ну, есть какие-то там... В общем, не разрешается по закону, чтобы твоя собака терялась. Вот так вот. Это твоя как бы ответственность. Есть вероятность, что человек просто себе забрал. Есть вероятность, что просто он понял, что собака потерялась, потому что в Англии нет бездомных собак, их просто нет. Если вы видите, что собака бежит по улице, то она или потерялась, или она бежит домой. Ну, то есть, где-то убежала, может, в парке, и бежит домой. Или калитка у кого-то открылась, и она выбежала. Ну, как-то так, то есть, ну, точно не бездомная. Как вот у нас, вот уже говорю, наверное, это раз третий. Где-то так убегает Милка, она под забором, там дырочка есть небольшая, и когда ветер сильно дует, он отгибает этот забор, калитку, и она там просачивается. Зараза. В общем, вот такая вот у нас грустная новость. Дети грустные. Спрашивают меня, что делать, а я не знаю, что делать. Ну, в общем, вот такие новости. Поделилась с вами новостями грустными. Теперь у нас осталась одна собачка. Ну, дай бог, как-нибудь, может, найдется вторая собачка. Альмуха, где Милка? Милка, где?
смотрит, видите, она смотрит в дом. Видите, смотрит в дом. Она знает имя своей дочки. Где Милка? Альмочка, где Милка? Там где-то, да? Ты думаешь, она там? Где Милка? Где Милка? Где Милка? Где? Нету Милки. Нету Альмочка Милки. У меня новые известия. Лёша. Лёша, я уже сказала. Нашли собачку. Сейчас я вам расскажу, как мы ее нашли. Лёша тут с Мишей, с Агашей смотрит фильм, мультик. Сейчас я вам расскажу, что произошло. Ой, такая радость. Пришли две женщины, говорят, мы на Фейсбуке нашли объявление, что потерялась собачка, черно-белая чивава, чихуахуа по-русски, да? И говорят, не ваша ли случайно? Я так обрадовалась, они мне показали фотографию, видимо, в группу ВКонтакте есть по нашему району. И вот там вот человек выставил фотографию, что он нашел собаку. Ой, как хорошо, у меня прям радость такая. То есть нашлась собачка, и эти женщины не поленились. Одна из них вообще в халате выбежала из дома, где-то здесь недалеко, видимо, живут. Передали этому человеку мой телефон, в общем, и он мне сейчас позвонил, спросил, как ее зовут, позвал, слышу Милку по имени. И, как бы, ну, в общем, сейчас через 10 минут приедет, он недалеко здесь живет. В общем, спасибо этому мужчину, сейчас я его встречу, через 10 минут он приедет. Нашлась собака, вот так вот бывает, представляете? Потеряли пару часов назад и сразу же нашлись. Добрые люди, которые вот так вот, женщина говорит, эти две женщины, которые пришли, говорят, мы помним, что здесь были такие собачки, как бы, откуда она могла убежать. И пришли ко мне, представляете, постучали, спросили, не у меня ли случайно потерялась собака. Вот такие вот отзывчивые люди. Милка, ты где была? Скажи мне, какая перепуганная. Хвостом виляет, сама перепуганная. Милка потерялась и нашлась. Да, ну поставь. Милочка. Милка, ты где была-то? А, псинка. Ой, хорошая щебочка. Скучали по тебе, милушка. Всего 2-3 часа ее не было. Миша! Иди Милку поздоровайся. Милочка, ты где была? Ты что убежала-то, дура ты наша, а? Ну что убежала-то? Где ты, главное, убежала-то? Непонятно где. Может, конечно, почтальон приходил, приносил почту и оставил калитку. Не знаю. Вон Милка твоя. Тихо. Тихо, ажиотаж. С Милкой ажиотаж. Домой пришла. Блудная ты девица. Блудная девица. Есть про блудного сына в Библии, да? Это вот блудная дочь. Глупая собака. А чем у тебя пахнет? Пахнет от нее. Чувствуешь? Чужим домом. Да. Милка, ты где там была? Где была псина? Кто это? Где была псина? Альма, где Милка? Альма, где Милка? Альма, где Милка? Хи-хи, псина. Ой, ты глупая псина. Так. Скоро будет готово. Приготовила ребятам курочку на завтрак, да? Что на не завтрак, что у нас сейчас? Ужин. Такую вот курочку вкусную. Вкусная, Лёш, Миш? Пожалуйста. Картошка. Что-то я не рассчитала время, чтобы они как-то одновременно приготовились. Мясо уже готово, картошка вот еще печется. Собаки вон доедают. Все, что осталось. Она не горячая, что ли? Не горячая, Милка. Вы посмотрите на этих наглых слизняков. Они уже ползут по окнам. Вот мало им травы внизу, а он решил, видимо, дом переползти. Вы посмотрите, какой главный большой слизняк. Но это, конечно, не самый большой. Вот по сравнению с моей рукой. Ну, с палец. Ползет себе по окну с другой стороны. Как ни в чем не бывало. Такая площадка была песочная. Стало вот такое болото. Дожди прошли. Вот такая красота. Какой красивый паучок. Ах ты, не смутишься. Эй, мини.
Альме, по-моему, это нравится. Она, по-моему, специально ее не ест. Она специально ее не ест. Сразу бежит за бандитом. Давай, Штраза, иди, иди, иди. А попробуй взять у нее печеньку, даст она тебе? Попробуй взять. Ну как у нее печенька во рту, как она его кусит-то? Да как она укусит, Катя, у нее печенька во рту. Агаш, не обижай. Собака против человека, печенька. Собака? Собачка, дай мне печеньку. Королевство печенок. Солдатки собирают печеньки, чтобы построить кашу, а бандит забирает. Я! Ты не снимала? Тихо, тихо. Агафья, кто у тебя там? Креветки, покажи нам их, покажи. Ну, две креветочки, да? Какие-то лосенькие. Да? Будут чистить наш аквариум, да? Хочу потрогать. Ну, а как их потрогаешь-то? Хорошенькие? Агафья, покажи камушки. Какой твой любимый? Вот этот. Вот этот покажи. Ой, где? Ой, вот такой, да? Черно-белый. А мой вот этот вот любимый, смотри. Ой, через камеру смотрю. И вот такой. Туркиз. Вот какой, покажи. Они синенький, вот это агат синий. Вот этот вот синий, это синий агат такой. Ну, вот розовый агат, смотри. Видишь? Тоже агат. Это же камушек. Ну да. Еще вот такой есть камушек. Что это, Агаш? Камень. Он похож. Сгорел. Сгорел? Поэтому только черный, да? Да. А сам его почистил. Почистим? Не, он такой. Может быть, он упал с луны, может быть? Угу. Может быть, это метеорит? Да, метеорит. Точно. А что у тебя еще? Тут шкатулочки есть. Смотри, какой большой камень. У-у-у. Какая каменюка большая, да? У вас вот жара, а у нас вот такая погода, что-то моросит, птички поют. Солнце, вон, нету солнца. Нету, вообще непонятно, в какой оно стороне это солнце. Нам бы сюда тепла, чуть-чуть хотя бы. Пришлите, а мы вам немножко прохлады и дождика. Моя любимая машинка, мини. Ой, какая маленькая, прям вот хоть клади в сумочку. Внутри там вообще, смотри, как классно внутри, да? Мишань, вот встань рядом с ней, чтоб... О, она ростом с Мишу. Ростом с Мишу, представляете? Классно. Она для... на продажу? Right price. Интересно, сколько она стоит? How much? 24,000. Thank you. 24 тысячи она стоит. 24 тысячи паундов. Вот такая вот. Смотрите, какая у него серединка интересная. Вот такой вот мак большой. Ну, не такой, как я в прошлый раз в прошлом видео показывала. Не такой высокий. То есть тут будет много этих маков. Спрашивали, Надя, не боишься ли, можно ли в Англии выращивать? Абсолютно, да, это легально. Нет никакого запрета на выращивание маков. Маков, мало этого, скажу вам, в Англии очень много.
Их очень много разновидностей, прям есть большие, крупные. Я пыталась в этом году вырастить, у меня ничего не проросло, не выросло семена. Ну, вот так вот. В общем, да, разрешено. Смотрите, шмельки летают, опыляют. Не опыляют, а медик собирают.